Всем привет! Сегодня 24 декабря, канун Рождества. И мы идем сегодня поздравлять моих свекров. Будем дарить им подарки. Будем есть вместе тортик. Все потому, что завтра у свекра не получится приехать. У него завтра другие планы, поэтому идем поздравлять сегодня. Но перед тем, как идти за тортиком, мы решили поесть. Свёкры сказали, что они уже поужинали без нас, а мы очень голодные. Пришли кушать корейское барбекю. Можно мясо жарить прямо на гриле за столом. Подают закуски, они все бесплатные. Мы отдельно заказали еще рис. Супчик тоже нам дали бесплатно. Ира, вкусно? Пришли выбирать тортик. Думаем взять вот такой вот. Тут очень много разных. Все они красиво так выглядят. Елька в коляске. Машет там ручкой. Мы купили тортик, а нам в подарок еще дали шарики. Сказали, что у нас ребеночек красивый, он еще ручкой помахал. Сказали ему подарочек. Шарики. Merry Christmas. Очень здорово. Приятно так. Ян, посмотри сюда. Ян, посмотри сюда. Ян. Давай, тогда подними меня за руку. Закрываем. Открывать? Вау! Вау! Ипада! Вау! Эй, вы горы? Эй, я не сотрясся. Вау, ипада! Вау, царасо! Вы ведь помните, как красиво здесь было? Маленький мальчик проснулся и сорвал все буковки. Сынок, ты ничего не замечаешь? Посмотри под елочку. Посмотри под елочку. Сынок. Посмотри под елочку. Что там под елочкой? На стене. На полу. Два мешка. Дедушка Мороз ночью приходил, оставил подарки.
видела? Нет, я не видела, я спала. Посмотри, какой из них твой подарок. Сына. Я не видела. Мать, это моё. Убери, я красиво удаст. Да, он увидел, что он такой красивый. Ты не хочешь открыть свои подарки? Вон, сына, вон. Даже Елька тебе показывает. Посмотри, где твое имя написано. На каком из мешочков? Игорно Эй. Вау, это твой подарочек. Открывай. Как? Ну как? Туда. Давай, раскручивай. Яко. Не получается? Мама. Мне кажется, ее обратно закручивают. Готово. Открывай. Открывай, сына. Дедушка Мороз приехал из России и привез подарок от бабули и дедули, от бабы Ины. Еще один подарочек от Хальмани Харабодзе и от нас с Сапой. Все, больше ничего нет, Зай. Вот так, вот так. Ну что, тебе нравятся твои подарки? Да. Это нужно спрятать. Да я. Открой Елькину тоже. Помоги Ельке открыть. А я не могу, а под это я. Давай я помогу. Да что вы кашляете? Снова заболели. Ель, это твое. Ель, это твои кошки. Вау. Это Эльза. Да. Эльза. Эльза. Да. Нравится, Ель? Да. А тебе твои понравились? Да. Я рада.